три комплекта, состоящие из двух флаконов. Первый комплект это у нас что? Это два флакона скипидарного бальзама «Скульптор тел». «Скульптор тела», обалдеть! Почему он так называется? Потому что он содержит активно действующие вещества. Там более 15 экстрактов, но самое главное, он содержит такое вещество, называется мультиактив «Провислим». Это изобретение известной французской компании. Она держит эту молекулу вещества в тайне. Но ему известно, что она получает эту молекулу абсолютно из натуральных ягод, малины и земли. Линейки. Вот там найдены такие вещества, которые действуют как разрыхлитель жира. Вот представляете, что такое разрыхлитель теста? Вот вы как бы хозяйка. Ну, конечно. Ну, конечно, вы же готовите мне тортики, обжигаете свои руки. Ну, так вот, разрыхлитель жира, это примерно то же самое. Он делает жир рыхлым и доступным для нашего организма, чтобы организм энергию брал оттуда. Потому что обычно жировая ткань такая туговязкая, тугоплавкая. Очень трудно организму отщепить вот эти кусочки нашего подкожного жира. Когда жир рыхлый, он оттуда забирает и всю энергию получает отсюда. Вы наносите это все на бедра, так. Живот, ягодицы. Второй подбородок, если хотите. Спину, бока. Но вас вот там и нету. Ну, чтобы не было. Можно и так. Наносите, и вот это вещество так действует, что организм всю энергию будет... отправлять сюда. Вот отсюда он будет брать ее, понимаете как? То есть у вас подбородок будет уходить. Мы назвали это скульптор тела, как хороший скульптор. Вы сдираете, сбиваете вот камни лишние с глыбы, и получается превосходная фигура Ольги Мокшиной. Все, буду ждать эффекта, а вам рекомендую сразу заказывать комплект. Это скипидарный бальзам. Сейчас мы с вами это рассматриваем. Это вам хватит, кстати, двух флаконов хватит на 3-4 месяца применения. 3-4 месяца, 1299 рублей стоимость комплекта, два флакона вы получаете. Причем действует этот скульптор тела 12 часов. Вы встали с утра, нанесли на проблемные места. Вот как мы сейчас видим. Какие есть проблемные места, вот вы видите? Ну, мне нравятся сочные формы нашей Марины. Я думаю, что вот мне Марина перед эфиром говорила, что хотелось бы живот поменьше. Вот, и Марина наносит на живот. Но здесь уже на живот надо носить. Правильно, Марина наносит неправильно. Мариночка, берем и по часовой стрелке вот так вот наносим на живот. И делаем такой массаж. Ну, когда стирать будете, надо? Да, в домашних условиях будете, можно немножко трусики спустить пониже и тоже... Весь животик. Весь живот натереть. То есть все места, где вы хотите, чтобы это вещество подействовало. Где вы хотите разрыхлить свой жир, но это не в прямом смысле, не значит, что кожа здесь будет дряблая. Разрыхлить в биохимическом плане, что организму будет проще оттуда брать энергии, калории. И организм. Вы пойдете потом на работу, в спортзал, будете заниматься домашними делами, чем угодно. Но организм будет брать энергию именно из тех участков кожи, которые вы обработали. Обработали живот оттуда, бедра, ягодицы оттуда, руки, иногда предплечья, знаете, у женщин такие рыхлые. Оттуда. То есть второй подбородок оттуда, боковую поверхность живота оттуда. Скульптор тела можно нанести на все тело, там, где нам не нравится, там, где нас не устраивает что-то. То есть как хороший скульптор стесать вот это лишнее, все, что у вас есть, чтобы получилась идеальная фигура, как у Афродиты. А нам смывать потом нужно? Нет. Это бальзам, он имеет водную основу. То есть вы нанесли, прям буквально пару минут, все впиталось и не пачкает одежду, не обладает какой-то липкостью. И не жирный. Не жирный абсолютно. Ваша кожа дышит, вы дальше идете на работу, занимаетесь своими делами. Все, мы рассказали вам о скульпторе тела. Забирайте за 1299 рублей, но у нас есть еще потрясающий, это лифтинг и упругость. И здесь точно так же комплект из двух. Это на какую проблему? Везде, где нужна подтяжка кожи. Будь то лицо, зона шеи, декольте, будь то, опять же, тело, живот, предплечье. То есть везде, где женщине надо подтянуть свою кожу. Вот. Но здесь содержится очень сильное такое, вещество, опять же, французская компания, называется Хрон Онлайн, это вещество. И это вещество, оно, знаете как, замедляет процессы старения, насыщает, и насыщает кожу гиалуроновой кислотой. То есть вот получается вот этот эффект омоложения за счет насыщения влагой. Все морщинки будут у вас разглаживаться. То есть мы наносим на лицо, наносим на шею, на если где-то есть дряблость, например, ручки, например, правильно. Внутренняя поверхность, да. Мажем там. Отлично, и вы получаете два флакона. И это еще не все, потому что
вот это вещество, оно стимулирует выработку своего собственного коллагена. Знаете, что такое коллаген? Что? Коллаген такой белок. Он как спиралька. Вы знаете, когда вы делаете себе кудри на волосах? Да. Так. Вот он только спиралька посильнее. И вот эта спиралька, она поддерживает упругость нашей кожи, как пружинка. Вот это вещество, которое здесь находится, хронолайн, оно заставляет наши клетки, фибробласты, они вот этот коллаген синтезируют. Синтезировать его больше, потому что максимальный синтез коллагена происходит у нас в молодом возрасте, до 25 лет. С 25 лет, к сожалению, женщина начинает стареть, да и мужчина тоже, но у женщины это более катастрофично воспринимается. Да. Поэтому мы, когда наносим на лицо, на декольте, шею, руки, везде, где дряблая кожа, вот это вещество, мы начинаем поддерживать наш вот этот вот лифтинг, то есть мы поднимаем кожу, подтягиваем ее. Так, мы разобрались, что у нас есть, значит, скульптор тела, есть у нас подтягивание и упругость, а этот нам это зачем? Травманол, такой называется у нас скипидарный бальзам. Что он делает? Вы знаете, наши вот бабушки, я всегда замечал, они хоть очень ворчливые, ворчат, да, все да, им да. не так, все не этак, не так мы живем. Наши годы было по-другому. Да. Но они очень умные, потому что наши бабушки знают, что суставы и спина любят, что тепло. Олечка, вы делаете успехи. Да? Тепло. Поэтому наши бабушки делают на коленники, там да. какие-то на локотники, на пояс такие специальные пояса для собачьей шерсти. Вот это очень хорошо. Но представьте, если у вас и там все болит, вы не можете себя облепить вот этими поясами, наколенниками, налокотниками все тело. И вот мы сделали для наших любимых бабушек, а я очень люблю наших бабушек, специальные средства, которые с утра встали, нанесли на проблемные места, где вы хотели бы надеть свои налокотники на поясницу. Наносите, и это средство защищает вашу... Оно не греет, оно не то, что прям горит у вас, как, знаете, некоторые наносишь средства, они там жгут, что там нанес... А там кожа красная. А потом не то, что красная. Ожоги лечим. Вот, с помощью алоэ вера. Да. Здесь все очень интеллектуальная система. Вы нанесли, это бальзам впитался с утра. Дальше одевайте одежду, собирайтесь, не липнет, ни жирного, никакого этого масляной пленки, ничего нет. Не портит одежду. Идете, ничего не чувствуете. Но дальше вы пошли, поднимаетесь, например, там в метро по лестнице, по эскалатору. Нагрузка у вас на коленные суставы. И вы почувствуете, что коленные суставы начали греться. Ну это супер. 10 лет. Сотрем со своего лица и тела. Тоже 1299 рублей. Эксклюзивная цена. Либо поддержка наших суставов. 1299 рублей. 400 рублей скидка.